Макао — это город-остров, очень высокий. Мы сейчас находимся на самом высоком месте Макао. Это бывшая крепость. Сейчас здесь находится музей Макао. Очень интересный, рекомендую сходить. Он небольшой, но вполне себе объясняющий о том, как появилось Макао, как они здесь жили, что здесь происходило. Вот все, что вы видите, это остров Макао. Он соединен с Большим Китаем. Сейчас уже дорогами, мостами, а раньше была отдельная территория, она разграничивается не морем, реками. Сейчас у Макао это два минимум больших острова, маленькая территория, на которой мы как раз живем, это университет Макао, это арендованный у Китая, на самом деле это территория Джухая, и за стеной прям университет уже находится Джухай, вообще такая особая зона. А за мной, видите, строй, да, разрушилась, осталась только стена. Это бывшие кафедра, Сент-Полс кафедра. Рухнул он не почему-то такому страшному, он сгорел, землетрясение или пожар, что-то такое, вообще природный какой-то катаклизм. Он сгорел, и было очень дорого восстанавливать, уже не старел восстанавливать, ставили только стену. Есть много легенд с этим связаны, поэтому фактически это самая главная достопримечательность. Есть еще и, конечно, крепость, но это просто очень высокая крепость. Дальше вы можете видеть на той стороне, я правильно помню, это Джухай, то есть это уже Китай. И здесь, кстати, из-за этого очень плохо работает Google, очень плохо работает позиционирование. Постоянно сбрасывает GPS, он постоянно меня не находит в правильном месте. Обычно все приходят туда вниз, и оттуда уже спускаются к морю. На берегу моря есть порт, который может уплыть в Макао, в Гонконг. А также там находится статуя русалки. То, что замечательно. И, конечно же, казино. За мной, если вы видите красивые здания, яркие, золотые, странные, это все казино, казино многоуровневые, торгово-развлекательные комплексы. Там снимать нельзя, там даже в шляпе нельзя находиться. В общем, безобразие какое-то. А сейчас, конечно, Макао густонаселённый, и на самом деле историческая часть вот Макао вообще ничего красивого не осталось. Это вам не Цадао, его историческая часть, да? Это не... Позже город Нисямен с его историческим Гуангюем и так далее. А довольно-таки бедные постройки, наляпанные один на другой, сохранившие некоторые элементы бывшей португальской колонии. Но в целом Макао, конечно, классное место. Здесь такой же более свободный режим, как в Гонконге, но чуть менее, правда, свободным, как мне показалось. Но при этом здесь сохраняется налет европейскости во всем. И очень крутое место.